Привет, друзья! Вы на канале Hard Reset Info, и в этом видеоролике мы вам покажем, как обрезать видео в ТикТоке на любом Android-устройстве. Делается это следующим образом. Мы заходим в ТикТок, нажимаем плюсик и снимаем какое-то видео. Например, мы что-то говорим. Здесь можем приближать, отдалять, ну, типа, какой-то такой видосик. А потом, оказывается, бац! И у нас какой-то момент, который нам нужно вырезать. Как же обрезать его? Для этого мы нажимаем на галочку. Выбираем коррекция видео. Здесь включаем звук и можем просмотреть видео, которое мы записали. И где-то в этом моменте, я думаю, давайте перетащим вот так вот. А потом оказывается бац. И где-то на этом моменте мы его обрезаем. И в нужном моменте, вот так вот, еще сантиметрик, нажимаем сохранить. И видеоролик, который мы сняли, был обрезан. На этом все. Если у вас остались какие-то вопросы, то пишите их в комментариях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И пока.